Всем-всем-всем добрый день! Сегодня у нас традиционный парад успеха. Как меня слышно, как видно, напишите, пожалуйста. Я случайно, по-моему, удалила сейчас презентацию, которая... А, все, окей, она есть, да. У нас сегодня будет очень такой объемный, да, вебинар. Столько нужно вам рассказать всего интересного, полезного, что у нас было. Так, сейчас поправлю монитор, поправлю свет, потому что освещение у нас все. Так, потому что... Ай-ай-ай, лампочка, чтобы вам было видно. Вот так вот. Вроде как настраивала, получается всегда фигня. Итак, да, у нас были насыщенные 4 дня, когда мы ездили в Питер. У меня до сих пор, слышите, какой у меня голос, то есть у меня хриплый, да, и потому что там погодка, да, не совсем хорошая, да, прохладненько, вот, а мы все были настолько, мы ярко проводили время, да, и легко одеты, чтобы простыли. Первый день, когда мы прилетели с девчонками, да, я заранее, наверное, за полгода покупала билеты на Synergy Global Forum. Это мероприятие, которое проходит 2 раза в год. Один раз в год проходит в Москве, либо в России, а один раз в год проходит в Нью-Йорке. И наши ребята, топ-лидер компании Oriflame, они летали в Нью-Йорк, да, и у них был опыт, также они были в Москве, да, и, конечно же, это очень крутые спикеры. Но, ребята, было такое разочарование, когда мы приехали, во-первых, я приехала и сразу как бы девчонкам отдала свой чемодан и поехала туда на мероприятие с запасом на такси, а там остановили за 3,5 километра, и я пешком в коротеньком платье шла, но это как бы минус 15 по ощущениям, было очень холодно. Пришла туда, зал полупустой, билеты там продавались на первом партер, да, от 100 тысяч, да, я не знаю, какой ценник, да, мы заранее покупали, плюс групповые, синхроном, нам там досталось за 4,5, то есть мы покупали, да, это вот верхние ряды, но там вообще ничего слышно, не было, звук троил, синхронные переводчики нам обещали, но, оказывается, надо было с собой наушники, то есть вот такой вот был бардак, и вы знаете, это было самое худшее мероприятие по организации, которое я видела за 15 лет. А такого масштаба они заявили на 50 тысяч, и пришло 26, но они вообще, то есть там, да, были офигенные спикеры, офигенная была информация, но вот так испортить, налажать, это могут только в России. И когда на следующий день было мероприятие компании Oriflame, это было что-то просто вау. И вот, ребята, компания Oriflame уже 4 года занимает первые места по организации банкетов, мероприятий. И такая, как Synergy Global Forum, где проходит два места в мире, в Нью-Йорке и в России, это просто все, просто, это вообще ничего, да, это было приятно, сейчас мы топ-лидерами пытаемся написать коллективную жалобу за возврат денег, либо за то, что переводчиков не было, либо вообще, чтобы нам достались бесплатно, он 2 дня шел в Global Forum, короче, все сходили на один день и поняли, что там делать нечего, кроме того, что у нас свое мероприятие от компании, поэтому тут даже не сравнится, вот, и мы хотим, чтобы нам записи дали. Чего я впечатлена, это прежде всего выступление Арнольда Шварценеггера. Это вот реально крутое выступление. Это вот тетрадочку, не ту тетрадочку вам достала, показала. В общем, у меня 4 листа, вот каждая фраза, каждое слово Арни было выписано, оно настолько бомбическое было в точку, что это просто вау. И я отдельно потом вам расскажу, а лучше всего нужно посмотреть записи, потому что то, что он говорит, это просто трогает до души. Также, как я бывала на одном из мероприятий, выступала создатель Фейсбука, ну-ка подскажите, кто создал Facebook? Фамилия. Так вот, его сестра родная, она создала, когда Facebook создавался, она была как бы его старше, да, у нее был опыт, и вот как все это создавалось, через какие трудности, как они работали, в каком условии, как они пахали, как они, вся вот эта вот история, ну, а у нее совершенно другое направление, просто она рассказывала, да, свой опыт. Но вообще очень крутой, спикеры крутые, но из-за того, что была такая лажа с организацией,
Ну вот как бы вообще, ну как бы так, Цукерберг, да, надо смотреть. Это был первый день. А вечером я в 3 часа уже свалила. Представляете, билет купила на 2 дня, но в 3 часа я уже убежала. Мы с Женей Горских ушли. Кстати, Женечка Горских, ну, одна из моих директоров, было очень приятно, что на следующий день я должен представлять был Рандислав Гандапас как одного из 6 победителей в проекте, благотворительном проекте, и она на 1,5 минуты должна была выступать, да, поэтому она не смогла, она была вот на 2 дня в форуме, и у нее было место в вип-зоне, то есть это все бесплатно, она все служила, конечно, она прокачалась по полной, перезнакомилась и с Хабибом, и вот какие-то там мировые звезды, то есть вот она получила, говорит, это классно, круто. Когда ты сидишь в вип-зоне, да, ощущаешь, когда ты там где-то там вау-вау, как-то не очень. Ну, а я ушла на вечеринку, и где мы собрались всей нашей дружной командой, это было на корабле. Организация была Илья и Марина Перфилевы, а также Игорь и Ирина Капустина организовали на корабле. Это было что-то. То есть с 5, по-моему, до 8:30 мы там реально тусили. Был организован потрясающий фуршет, где мы наелись, осталось много всего вкусняков, и где мы начался марафон историй. Была потрясающая дискотека. Музыка, в общем, лайнер вот так вот качался. Вообще было здорово, все накричались, было ну просто сумасшедше, да. И есть история, некоторая часть. Я вела трансляцию прямой в эфир. Есть также записи, которые я поставлю вам на следующем вебинаре, потому что это надо просто слушать. На следующий день вот как раз-то у нас начался мегафорум. И это было что-то вау. Я вам чуть попозже поставлю слайды, что это было, какая информация дана, но как же тоже нужно слушать в трансляции. И организация до и после, это, понимаете, это до мурашек, это прям чуть ли не слезы. Вот настолько эмоционально, настолько круто, настолько драйвово, это что-то вау. После этого мероприятия уже вечером мы закрывали каталог, мы зашли в кафешки, есть там фотографии, видите, девчонки. Сейчас я вот здесь тоже переверну, потому что я сразу транслирую на 2, на 2, 2, на 2. Да, вот там вот внизу, да, можете посмотреть. Это у нас было закрытие каталога. Это было, конечно, здорово. Мы все сидели, потрясающе закрыли. Закрыли даже круче, чем мы ожидали. На вот таком вот драйве прям звонили, писали, да ты что, ты что. Все смотрели прямой эфир. Это, ну, конечно, было что-то вау. Вечером мы еще остались, пошли в кафе, посидели и пообщались с девушкой. Она из команды, с питерской команды, молодежной команды, которые вот реально впечатляет, как они работают. То есть у них средний балл по структуре это где-то 600 баллов. Они сами лично продают от 1000 баллов. У них минимум в команде, если ты не делаешь 750 баллов, то тебя удаляют из команды. Но эти ребята очень хорошо зарабатывают, да? То есть, если ты работаешь 4 часа, раздаешь по 50, по-моему, каталогов. Сейчас нет, надо посмотреть еще. Если ты раздаешь 150 каталогов в месяц, то гарантированно ты получаешь где-то двадцатку. А если у них даже прописано, они даже сами доплачивают, то есть вот где-то так. А если ты раздаешь чуть больше, то у них оклад около там 38 чем-то оклад, да, то есть они работают, и это реально, и вот они обучают сразу быстро зарабатывать. Для молодежи это очень хорошие деньги, да, то есть у них система, у них офигенный офис, у них по клубному стилю сделан, там они потом отдыхает, вечером дискотека, у них там, ну, короче, круто, круто, да, там вообще очень круто, потом расскажу, но здорово, да, вот, и я думаю, что мы потом обменяемся результатами, опытом, ребята выступят у нас на вебинаре, расскажут, как они это делают, 25 каталогов в день, да, они раздают, то есть в среднем должно быть от 100, ну, 150, это у них план, то есть попробуй не выполни план, не раздай 150 каталогов, вообще, как бы, ребята, вот то, что они делают, у них система очень крутая, у нас онлайн, у них сильная раздача каталогов, мы попытаемся что-то смиксовать, обменяться опытом, потому что мы хотим, чтобы вы зарабатывали. Но то, что творят ребята, это, конечно, просто вау. И они все держат в секрете. Да. Вот, а что было на следующий день? С утра мы, так, я перевернула камеру, с утра мы поехали командой в Петергоф,
в Эрмитаж, немножечко погуляли и, ну, где-то полдня провели там. Очень было здорово, очень было весело. А вот мы как-то с Женей Горских на смешках все было. А, конечно, нельзя на нас было слушать, бедные гиды, что они слышали, потому что мы по поводу каждой картины каких-то этих железных доспехов мы ржали, мы просто ржали, у нас было веселье. И даже потом, помню, когда мы выходим, и она говорит: «Я хочу принца, я хочу», говорит, «самое главное, в Петергофе побыла, принца не увидела». Вы можете видеть в углу, там такая фотография, да, где я там, вот меня Петр Первый, типа, вот, как бы танцует со мной. Короче, это было просто на ржачке. Женя подошла, начала что-то говорить, он говорит, 500 рублей, смеялся, там, нет, 500 рублей, она договорилась на 300. У нее там была веселая фотосессия, я говорю, нет, я в этом не участвую, но потом, когда я увидела, что они там танцуют, эта фотография, я говорю, я тоже хочу за любые деньги. Ну, в общем, мы наржались, насмеялись, нафотографировались, это там надо просто реально смотреть, сколько было фотографий сделано во время, там потешался, мне кажется, там народ был больше дева-зева, когда мы вот реально с Женей, там фотосессия была там с Петром Первым, Екатерину мы отбросили, она нам была не нужна, вот, ну, как бы все весело, это было все в шутку было, ну, в общем, классно было. А вечером, боже мой, вечером состоялся просто умопомрачительный банкет директоров, и боже мой, именно после банкета директоров у многих лидеров, топ-лидеров отписалось очень много людей. Просто-напросто не пережили тот успех, то шоу, то, что мы транслировали, показывали. Я реально сбилась со счету, сколько звезд выступало у нас. Мы будем еще выкладывать, но то, что сделала компания, во-первых, она разбила все стереотипы, все, просто выступали, то сначала директора, то уже сапфирова директора награждения, бриллиантовая, все было перемешано, все звезды были перемешаны, вот столько звезд, я посмотрела специально, да, у нас был концерт, Нюша давала отдельно, я посмотрела билеты, у нее стоит от 3,5 до 8 тысяч, ну, это если вы берете в первом ряду, 8 тысяч билет, да, а с учетом того, что у нас выступала Ирина Дубцова, потом, подсказывайте мне, кто у нас там выступал, да, это уже как бы, я уже не говорю про тот фуршет, ой, фуршет, про тот банкет, который был для нас организован, та еда, я, например, вспоминаю свое стеклянное яблоко зеленое, вот представляете, зеленое стеклянное яблоко, и внизу, внутри что-то, да, ты его разбиваешь, это стекло, оно прям лопается, стекло, это карамель, и внутри мороженое. Вот это что-то нереальное, то есть такая изысканная кухня, всякие там мраморная говядина с какими-то там соусом, еще что-то, рыба, ой, там столько всего, нас как в вип-зоне, вот блюда только подавали, мы даже не успевали, потому что мы все время там тусили, танцевали, веселились, это было, вот понимаете, вот это вот коротко то, что у нас было. По поводу мегафорума, да, я сейчас передам впечатление девочкам, величко Ирине. Если понимаете, у нас сегодня вот много многозадачности, рассказать вам много всего, поэтому мы скомбинируем, мы также продолжим это, будем рассказывать дальше, а сейчас впечатление от Ирины Величко, и потом у нас выступит Наталья. Так, я ставлю. Всем привет! Как меня слышно, видно по 10-бальной шкале, пожалуйста, напишите. Убавляю звук. Так лучше? О, отлично. 10 из 10. Ребят, ну на самом деле я тоже безумно рада тому, что побывала на мегафоруме, побывала на банкете директоров. Да само присутствие и прогулки по Питеру оставят неизгладимое впечатление в моей душе. Я влюбилась в этот город и бросила монетку в Неву, когда мы гуляли по набережной, гранитной такой вообще, ну,
впечатлений масса. И когда бросала монетку, загадала желание обязательно вернуться со своей командой, со своими партнерами, да. И после того, как я приехала из поездки, я своим родственникам, подарила вот такую фразу. Я сказала, что я в любом случае поеду туда со своими партнерами. Я соберу огромную команду, я вижу в себе эти силы, эту энергию и драйв. И за мной, я уверена, пойдет не одна сотня человек. Так вот, говорю, родственники мои, дорогие, вы со мной? Понимаете, я не побоялась этого слова. Если раньше у меня... Да, нажмите по экрану, и я появлюсь, либо перезагрузите. Так вот, мои родственники раньше, немножко скептически относились. Когда я поехала в Турцию, они уже задумались насчет того, что увидели, да, бизнес работает. И когда я приехала и с полной уверенностью сделала заявку, что вот, 17-й каталог, я открываю директора. Через 8 каталогов я закрываю это звание. Твердо, уверенно. Я понимаю, что нужно для этого, не побоюсь этого слова, херачить. Очень много действий делать. Да, придется чем-то пожертвовать. Да, я знаю, что я эти полгода не пойду в кино. Я где-то ущемлю себя в каких-то сериальчиках или что. Я давно телевизор не смотрю, но сериалами грешу так онлайн. Я не буду этого делать, потому что у меня есть четкая цель. А акции, которые запустила для нас компания на Мегафоруме, они нам... правда, настолько помогают. Я вам даже скрипты дам четкие установки. У меня буквально сегодня было 3 планерки онлайн и 3 планерки офлайн, каждая по часу. То есть я людям, своим, да, партнерам рассказываю алгоритм действий, как приглашать людей. Если ты еще не умеешь вот так говорить красиво об акциях, если ты где-то что-то недопонял, это нормально. Потому что нужно сесть и четко для себя разъяснить все правила игры. Правильно? Так вот, переходим к моему блоку акции и подарки, которые мы все-таки получим. Если вы пригласите человека, то вы должны приглашать новичка, да, вы должны его заинтересовать, вкусно завлечь. Первое, что я увидела, да, я только приехала с Питера в понедельник, смотрю, какой-то молодец человек сделал вот такой коллаж. И я сразу во все соцсети запустила в Instagram Stories вот эту картинку. 3 девочки пришли. Потом в Одноклассники скинула, у меня там больше 40 просмотров, да, за первый час. То есть, если мою обычную фотографию выбрасываю, там, 20 просмотров за сутки. А это люди интересуются, даже если они не приходят к нам, они все равно смотрят и наблюдают. Верят, не верят, это их право. Да, нет, следующий. Так вот, идет такой момент. Вы должны... сейчас понять, на что можно приглашать людей, и с горящими глазами рассказывать каждому эту возможность. Не в группы скидывать, в группы можно, но если вы скинули эту информацию в группы, либо в какую-то соцсеть, продублируйте ее в личку. Обязательно сначала «Привет, как дела?», утеплились, поговорили, и потом «А у меня к тебе предложение». И вы знаете, это все работает, но точечно прорабатывайте каждого, отрабатывайте возражения. Не бойтесь, что люди возражают, это нормально. В нашей жизни сейчас столько лохотрона, а вы должны доказать своим примером, что это все реально. Так вот, приди в компанию, вы говорите, да, приди в компанию и размести заказ всего лишь на 1000 рублей. Регистрация и доставка этого заказа будут бесплатными. Скажите, это понятно? Ставим плюсики, я прошу обратную связь. Компания подготовила для нас сумасшедшие акции, и молчать о них будет преступление. Вот вы найдите в себе, пожалуйста, силы отработать как можно большее количество людей. Время, оно тикает, и осталось не так уж и много. Это сейчас кажется, что ой, да у нас еще 6 недель в запасе.
Да нет, уже 5,5 осталось. Давайте смотреть правде в глаза. Вот. Есть как подробные условия с описанием акции, как вы сейчас видите на слайде, да, прочесть их можно и разобраться. Можно посмотреть спикера, тоже разобраться. Также есть печатный вариант. Но я здесь для того, чтобы ответить на некоторые ваши вопросы. Если появляются, сразу пишите. Вот. Такой акции, да, бесплатной доставки и регистрации я слышала давно. Но когда ее вернули, поверьте, я подорвалась со стула на мегафоруме и как начала кричать и хлопать в ладоши. Это так здорово, вот согласны? Ну классная же акция. Раньше, хорошо, регистрация бесплатная, доставка была платная, мы там 135 рублей платили. А вы уже экономите, то есть вы должны грамотно показывать выгоду. Да, ты можешь заплатить 149 рублей за регистрацию, можешь 100 там, с чем-то рублей заплатить за доставку, а так тебе все бесплатно. Расскажите, это вкусно. Отлично, едем дальше. Сейчас идет акция еще «Вау-эффект». Знаете, да, что если делать на 500 рублей заказ из основного каталога, набор продуктов получаете. То есть тоже расскажите бонусом. Он и так сделает новичок себе заказ на 1000 рублей, получит регистрацию бесплатно, доставку бесплатно, плюс еще поучаствует в акции «Вау-эффект» и выгоду 20% скидку. Здорово. Вот, заинтересуйте человека сделать заказ на 50 бонус баллов, чтобы он получил еще и тушь в подарок. Как собрать? Да миллион способов. Это, конечно, совсем другая тема, но вы как лидер уже наверняка умеете создавать личный товарооборот. Но если вы научились, научите своего партнера. Да? Едем дальше. Вот на слайде, значит, второй шаг. Если человек разместил заказ на 50 бонус баллов, новичок, и оплатил его в полном объеме, очень важно, единовременный заказ, 50 бонус баллов, оплата, то он, новичок, участвует в розыгрыше смартфонов, ноутбуков и денежных призов. Уточняю, да, момент, что уже с 50 баллов участие в розыгрыше есть. Все увидели, да? Не вижу обратную связь. Спасибо, Ириш. Вот она, эта тушь. Скриньте все слайды, если их у вас нет. Если они у вас есть, работайте ими. Показывайте, одно дело проговорить, другое дело написать человеку, и третье дело показать это картинками, потому что мы все делимся на разные типы. Кто-то хорошо визуально воспринимает информацию, кто-то аудио, кто-то любит прям пощупать, да? Так. Он участвует в розыгрыше, если у него в течение, если у новичка в течение 21 дня есть хотя бы один заказ на 50 баллов и выше, то он уже участвует в розыгрыше. Да, да, я изучила эту информацию, причем я и с Асмом общалась, и спасибо Ирочке Басюк, она позаботилась о том, чтобы у меня была вся информация в полном объеме. То есть вот эти тонкости, да, это очень важно, ребят, разобраться во всем, чтобы не пролететь. В прошлом году я пролетела с новичком, с набором. Представляете, девочки, по-моему, 7 дней, ну недели не хватало до 18 лет, а я думаю... Говорю, а почему мне набор не пришел? Почему я не это? Звоню на горячую линию. Они говорят, вы знаете, у девочки вот неделя до дня рождения осталась. Ну вот, вот так, факт. Она выглядит-то взрослая, я по году посмотрела, думаю, о, здорово, уже проходит. А нет. Так, дальше. Прогружается слайд. Сейчас еще вернусь. Про 100 баллов стартовую программу, да, поговорим. Пришел новичок по самому медленному раскладу. Разместил заказ на 1000 рублей.
получил бесплатную регистрацию, бесплатную доставку, возможно, поучаствовал в акции «Вау-эффект». Далее, допустим, второй заказ он размещает на 50 бонус-баллов, получает тушь в течение 21 дня с момента регистрации, получает тушь в подарок и получает возможность поучаствовать в розыгрыше смартфонов, ноутбуков и денежных призов. Нет, именно в течение 21 дня с момента регистрации. Если у новичка есть заказ на 50 и более баллов, он участвует уже в розыгрыше. Если в течение 21 дня с момента регистрации новичок делает 100 бонус-баллов заказ и выше, тогда он участвует в розыгрыше автомобиля и, соответственно, проходит первый шаг стартовой программы и получает просто бомбическую водичку Giordani Gold Essenza. Вы видели ее настоящую стоимость? Да мне кажется, она как минимум 1005 должна стоить. Я бы ее и по черной цене приобретала, потому что она того стоит. А здесь за 199 рублей. Ну неужели вы будете молчать об этой акции? Если вы будете молчать, то я вам сочувствую. Вы не соберете то количество подарков, которое нам предлагает компания. Я вам, как приглашающим спонсорам, просто вот вообще желаю собрать по две пары всех подарков. Но об этом я чуть позже расскажу. Итак, по новичкам понятно, что получает новичок. Пришел в компанию, разместил заказ на 1000, регистрация, доставка бесплатная, в акции поучаствовал, 50 баллов сделал, оплатил, участвуют в розыгрыше, да, телефона, ноутбука и путевок, точнее 50 тысяч на путешествие Красное или Черное море. И обязательное условие для новичков, если они размещают суммарный заказ на 100 бонус-баллов в течение 21 дня с момента регистрации, не позднее 16 ноября 2019 года, они имеют возможность получить вот такой автомобиль. С автомобилем понятно, то есть 100 бонус-баллов в течение 21 дня новичок участвует в розыгрыше автомобиля. Есть такое, да? Вот, гляньте, какие они красивые. Я вживую их видела. Ой, девочки... Там просто хотелось упасть, потому что земля из-под ног уходила. Но они великолепные. Я это еще не видела Kia Optimal. Мне кажется, меня вообще вперед ногами выносили. Смотрите, что мы получаем, если наши новички приходят, если мы их регистрируем, и они участвуют в розыгрыше. Мы точно так же имеем возможность получить такие же подарки, то есть в розыгрыше поучаствовать. Отлично, в чатах, Яночка, все есть, вся информация дублируется, но на самый крайний случай найди меня в Телеграм, и я все тебе скину. Мы, как спонсоры, точно так же можем участвовать в розыгрыше телефонов. Что нам для этого нужно делать? Спонсор перескочил, ставь секунду. Спонсорам нужно сделать минимум заказ. Вот смотрите, единовременный заказ минимум на 50 баллов бонуса в каталог. То есть в этом каталоге, если вы разместили заказ на 50 бонус-баллов минимум, да, и оплатили его, то вы весь каталог, вот очень важный момент, весь каталог являетесь участником розыгрышей, пока приводите новичков. Почему я сакцентировала внимание? Мне вчера задала вопрос мой партнер. Она говорит, я в воскресенье отправила заказ и оплатила его. Это что получается? Я эту неделю участвую в розыгрыше, а вторую и третью неделю каталога не участвую? Участвуешь. Ну, первую неделю, вот сейчас, да, если еще не сделали заказ, сделали, оплатили, все, приводите новичков и дальше вместе с ними участвуйте во всех розыгрышах. Угу.
этот момент понятен? Очень важный. Мы регистрируем, помогаем новичкам размещать единовременный заказ, обучаем их, да, и получаем гарантированные подарки. Вот что самое такое животрепещущее. Да, какой подарок конкретно нам достанется, мы не знаем. Но сегодня уже был первый розыгрыш. По-моему, на почту мне приходило письмо, и я его, если честно, так просмотрела бегло, но там уже есть люди, которые поучаствовали в акции и забрали какой-то один из наборов. Так вот, если у нас новички есть заказы на 50 бонус-баллов, они участвуют, да, в розыгрыше телефонов, ноутбуков и призов, и мы участвуем. Но мы еще, как спонсоры приглашающие, участвуем и в розыгрыше автомобиля Kia Soul. Новичок на 50 баллов заказ, мы на 50 баллов заказ. Смартфон, ноутбук, автомобиль и денежный приз у нас уже, мы уже участвуем в этом розыгрыше. А вот если у нас есть кушки, да, люди с заказом на 100 бонус баллов, тогда мы супер приз получим. Возможность, точнее, поучаствовать в акции розыгрыша Kia Optima. Вот это автомобиль бизнес-класса, и счастливчик тот, который его получит. Я мужу показала, он говорит, что делать надо. Вы понимаете? Мужчина эта акция цепляет. А если вы грамотно своему молодому человеку, мужу, мужчине преподнесете информацию, готовый шаблончик, да, но я говорю, вот смотри, я отправляю первый слайд, у меня был, что получит человек в результате регистрации, да, и письменно прописываю таким дружелюбным, тоже скрипт есть. Приходи в Oriflame, регистрируйся, тебе присваивается номер, размести заказ на 2500 рублей и станешь участником розыгрыша. И многие мужчины говорят, и все? Я говорю, да. Только если они не выиграют, я не знаю, как, конечно, буду я оправдываться, но это же розыгрыш, а вдруг повезет именно им, правильно? Нужно использовать эти шансы. Кто знает, я дала на подарок мужу туалетную водичку, и он подарил своему коллеге. Все, у нас появился постоянный клиент. Как только заканчивается эта туалетная водичка, человек берет даже по черной цене, даже без скидки, потому что те суммы, которые стоят вот эта вода, 1500, да, ну, в Литуале гораздо дороже, а качество не всегда лучше, а этот запах классный. Вот влюбите в продукт человека, он останется с вами на всю жизнь. Еще раз, наборы, которые верхние, вот там только не хватает клатчей, не успела, они вам достанутся гарантированно, если вы приведете людей с заказом на 50 бонус баллов. Если же вы будете приглашающим спонсоров для новичков с заказом от 100 бонус баллов, то у вас есть еще шанс выиграть автомобиль Kia Optima. В принципе, условия, я надеюсь, доступно донесла. Если у кого-то остались вопросы, задавайте. Постараюсь на них ответить. У меня времечко уже поджимает. Да, Ириш, передаю тебе слово. Я думала, вот до без 15:07 поотвечать на вопросы. Все понятно. Отлично. Я всем желаю роста в этом каталоге. Привести как минимум на два уровня, если вы менеджер. О, фонит. Все, я тогда отключаюсь. Всем хорошо. Закрыть каталог. Еще больше успеха.
Итак, у нас будет парад успеха, и мы спешим поздравить. У нас будет насыщенно, потому что у нас еще новые звания в команде. Да, есть менеджеры, есть 3, 6, 9, 12% менеджеров. У нас есть истории, да. Поэтому подготовьтесь сразу нон-стопом, еще где-то выдержать минут 40. Потому что много-много нам все хочется вам сказать. И еще я подготовила даже вам слайды, что у нас было на мегафоруме. Но, к сожалению, я не успеваю. И мы на следующий вебинар, который будет во вторник, расскажем систему вместе с Катюшей, ну, фишки роста, и включим вот такие слайды, да, и будем пояснять. Итак, и поздравляем. Вот для меня очень важно, чтобы моя команда в максимальном количестве, в максимальном составе поехала на конференцию в Турцию. И у нас сначала все захотели, вау, мы поедем. 34 человека у нас прошли первый шаг, но, к сожалению, на третий шаг мы подрастеряли людей, и всего осталось 3 шага. Почему это происходит? Потому что люди внезапно понимают, что почему-то нужно, ой, 2 квалифицированных новичка, ой, там что-то не получилось, и так далее. Ребята, никогда не ждите, никогда не надейтесь, что все ваши новички будут размещать заказы по 100 баллов. Просто-напросто встаньте, не ленитесь, раздайте каталоги, вы как минимум найдете новых клиентов, у вас будут регистрации, и у вас всегда будет как минимум еще дополнительно 200 баллов, когда вы им поможете, вашим новичкам, пройти те самые шаги и поможете участвовать в розыгрыше подарков. Просто понимаете, они могут не мечтать о том, что нужно вам. Поэтому просто делайте, дерзайте, не сидите дома, просто встаньте, прогуляйтесь, поставьте себе цель 2 часа в день работать на холодном рынке, просто раздавать каталоги, знакомиться с людьми, и 2 часа это свободно раздавать 10 каталогов, это доход от, по-моему, там, ну, 10-15 тысяч вы точно будете зарабатывать. Вот. А это будет дополнительным бонусом к тому, что у вас есть. И, конечно, вы можете полениться, сказать, я бизнес без продаж, это мне не надо, да, и, конечно же, вот я, например, делаю свои заказы, 200 баллов, это только себе лично, это тоже право, возможность в Oriflame, поэтому вы сами выбирайте, что вам нужно, что вам важно, я просто рассказываю, что пропускать акции нельзя. Нужно просто действовать любыми способами. И также я хочу напомнить, что каждый день в 17 часов по Москве, начиная, скорее всего, с завтрашнего дня, я буду рассказывать презентацию «Суть бизнеса», дополню ее новыми акциями, поэтому приглашайте партнеров. А уже через неделю я немножко дозапишу. Просто завтра будет у меня упор на записи моего заказа. Также я каждый день сейчас по 2 часа рекрутирую. И вообще я рекомендую вам заключить пари с вашим другом, желательно с параллельной структуры, вообще неважно. Вот мы с Катей Филипповой заключили пари, разбила Наташа нам, что это, я сказала, что я минимум 2 часа в день рекрутирую, она 3 часа в день рекрутирует, ну, потому что на мне еще висит большая ответственность за всю организацию, так же, как и перед компанией Oriflame, у меня есть свои моменты, вот, поэтому у меня очень много планерок, сопровождения, записи вебинаров, то есть вот это большая организация, вот, но тем не менее, 2 часа в день я должна активно, усиленно рекрутировать, сегодня уже было где-то 3,5 часа, у меня есть новичок с заказом, вот, и еще планируются новички, поэтому все работает, главное работать. И у нас по традиции каждый каталог мы награждаем лучших новичков, и в прошлом каталоге здесь рейтинг топ-34 новичка и лучшие новички, давайте топ-5, это Арипова Шахло 163 балла, Шмакова Лариса 177 баллов, Байрамова Кристина из команды Филиппова Екатерина 234 балла, Ерохина Елена из команды Екатерина Ганюк 305 баллов и Савчук Антонин из команды Поздняк Анна 364 балла. Сколько же можно зарабатывать новичку? Так, сейчас я посчитаю. Так, минуточку. Ой, так, слайд, по-моему, не добавился, надбавился. Так, это около 7 тысяч рублей, по-моему, в месяц. Слайд, да, Анна высылала. Наверное, что-то случилось. Не добавилось, потому что не сохранялось. Но, к сожалению, такое бывает. Обязательно мы продублируем. Анютка, продублируй слайд, наш командный чат. И
Так, всем привет, привет, кто еще в сторис у меня приходит. Лидеры продаж, лидеры продаж. Еще раз, я вам расскажу, вот прям не терпится вам рассказать про ребят Питера, я от них вообще в восторге. Если ребята из Питера меня смотрят, просто респект. Вот надо дружить, дружить, дружить домами, и мы вам расскажем, мы совершенно разные расскажем вам опыт, ну как бы уже начали обмениваться опытом, и так же, как и вы, неважно с какой вы структуры, просто возьмите такой тренд, когда обмениваться опытом, да, одна с команда с другой командой переопылились, следующий каталог, одна команда с другой командой переопылились. Топ-30 заказов нашей команде, это топ-5, Воронина Татьяна, 451 балл, Несмеянова Татьяна, 458 баллов, Михайлик Наталья, 483 балла, Никитина Юлия 557 и Иванова Анжелика 676 баллов. Ребята, что хочу сказать, что это даже не все заказы, потому что еще, как вы знаете, что как минимум 2 квалифицированных новичка каждый партнер себе делал, поэтому, возможно, часть заказов там. Вот, а Анжелика Иванова работает на основной работе, и она планировала записать видео, поэтому чуть позже оно обязательно будет. У нас будет блог, каждый четверг у нас проходят вебинары для новых партнеров, и каждый четверг у нас даже вот завтра будет это блог по продажам и по рекрутингу, и уже завтра в 10 часов утра это будет, и вот в ближайшее время, каждую неделю, то есть мы будем обязательно уже рассказывать опыт, потому что вот, ну, мы не просто не помещаемся. Также мы поздравляем топ-30 ребят, которые тоже на слайдах, вот. Вот, лидер продаж Анжелика Иванова, конечно же, в заказе это есть личные заказы, да, которых а-ля торговой прибыли нет, также есть заказы, это совместные закупки, кому Анжелика дает своим коллегам по своей цене, вот, ну, опять же таки, это ваше право выбирать, но смотрите, да, если мы смотрим за каталог, если мы торговую прибыль, в среднем я беру, что 1 балл это 10 рублей, да, 676 баллов, это примерно доход 600-700. Скидка, так как она на 22%, за столько свой заказ с объема продаж, это 5100, плюс скидка премьер-клуба, она давно участвует как бизнес-классе, то есть это 12 тысяч за каталог и 18 тысяч рублей в месяц, то есть это очень приятный бонус к основной работе, да. Ну, если мы учтем, что даже часть это свои заказы, ну, представьте, даже десятку напополам, ну вот вообще прям вот вообще напополам. Вот ваш доход, вы зарабатываете там 30 тысяч рублей, и к вашему доходу десятка лишняя. Ну, представляете, то есть я считаю, что это очень хорошо. Вы зарабатываете 50 тысяч, десятка к вашему доходу. Это только на личных продажах. Это мама троих детей. Она одна воспитывает, у нее муж погиб, умер. Вот, мама, работающая на работе, еще дополнительный доход, я считаю, что вот как бы это героизм, да, потому что вы сами знаете, там 1-2 ребенка, когда их много, также еще герои, которые постоянно в рейтинге, это Михалик Наталья, это мой кумир, мой герой, когда девушка, вот, кстати, недавно Женя Горских, вот она возвращалась с Питера, с Наташей она пересеклась где-то на поезде, они встретились, Наташа раньше вообще не говорила, то есть она не говорила, ну, то есть она инвалид, да, и когда ей нужны были деньги, она рисовала, да, картину ее никто не покупал, и она начала раздавать каталоги, а сейчас она, представляете, ребята, она говорит, она стала говорить, и причем хорошо говорит, Женя говорит, так тебе надо вообще обзоры каталога записывать, да, я хочу пообщаться с Наташей, вот тот прогресс, который прошел за ней за 1,5-2 года, и у нее всегда очень крутые продажи, она лидер продаж нашей организации с тем учетом, что казалось бы, ей тяжелее всех брать заказы, делать самые тяжелее всего раздавать каталоги. Также лидеры продаж у нас Ирина Бузикова, это предыдущие слайды, я просто оставила их показать еще раз свои герои. Вот Леночка Розенкова, да, то есть там под полтос она заработала на продажах. Вот, это все реально, это одна из возможностей дохода. И вот они мои герои, это вот они мои герои. А я познакомлюсь с вас с ребятами попозже, с их историями, с их фишками. Вообще классные, да. И вот это наша питерская команда, которая, да, это не вся, да, не вся. Кстати, вот здесь даже на фотографии есть, нет, на левой фотографии Катюшки, она как раз-таки должна была поздравляться. Она уже побежала на сцену. Вот, все обучение, как, что, фишки, всякие нюансы мы будем дополнять
дополняет постепенно еще в проекте игры 5 на 10, который стартует на вторую неделю каталога каждый раз за 10 дней. Вот, ну минимум не столько 150, вы научитесь делать 350 бонус-баллов. Вот. У нас также есть рейтинг Wellness, потому что основные, если понимаете, если вы считаете себя партнером в Oriflame, и если в вашем заказе нет хотя бы одного продукта Wellness, то вы не партнер. Вы вообще на самом деле вы не понимаете, что такое вообще продукция Oriflame. А также, если вы не ухаживаете лицо серии Novage, то вы не понимаете, что на самом деле такое продукция компании Oriflame. И давайте мы поздравим топ-30 в нашей команде в рейтинг Wellness. Топ-5 Опалкова Ольга лично 210 баллов и Андреева Алена 210 баллов. Четвертое место Аня Поздняк 244 балла, Касьянова Анна 260 баллов, Савчук Антонина 364 и Кривцова Елена 371 балл. Это только продукция Wellness. Вот. Я сделала также слайд, где вы можете презентовать весь бизнес, рассказать о компании Oriflame, что человек у нас получит в одном слайде. Этот слайд уже скинут в наш телеграме в командный чат, поэтому пользуйтесь, рассказывайте презентацию, все на одном слайде. Вы будете молодцы, вы будете герои, вы, конечно же, разберетесь. Далее я поздравлю тех героев, прочитайте на списке, но у нас, к сожалению, время лимитировано, да, посмотрите себя. Мы здесь видим визуально, что в команде Светланы Волковой больше всего героев, это те, кто делает 150 баллов и плюс один продукт Wellness, но в то же время многие у нас делают и 150 баллов без продукции Wellness, и наоборот, кто делает 140 баллов и там есть продукт Wellness. В общем, это наши герои, это наш основной костяк, поэтому поздравляем. И вот здесь смотрите, Волкова Светлана и Поздняк Анна. Потом дальше Светлана Козубенко, я вижу, да? Сологуба Кристина и Филиппов Катюшка. Наша ступенька у нас около наверное, 400, наверное, новых званий по лестнице успеха. Мы строим очень многие, кто-то дополнительно маленькими веточками строит, кто-то прям хорошо рекрутирует в глубину, да, у нас 97 новых консультантов, 3%, 13 человек получает доход, кто размещает заказы на 150 баллов, и мы поздравляем, прежде всего, вот три партнера, только что Катюшка выслала слайд, это Архипова Шахло, Лысая Алиса, Шмакова Лариса, так, далее, и вот еще на слайде Цветкова Екатерина из команды Светлана Козубенко, и также Файзулина Алия, Арапов Руслан, Акиньшина Валентина, Шмакова Лариса, Аня тоже поздравила, Кривцова Елена, Савчук Антонина, Дубатова Анна, Кувакина Ирина, Копытова Светлана, Цветкова Екатерина и Байрамова Кристина. Мы поздравляем новых партнеров. Савчук Антонина, вот это ее слайд, да, вот, кстати, да, без фотографии, к сожалению, что Антонина еще не успела прислать фотографию, все это вот делать в спехе, вы еще сами понимаете, что мы только приехали с мероприятия, наш голос, да, вот, это около, сколько там за каталог, непонятно, короче, около 7000 рублей в месяц, вот. Если мы считали бы весь, ну, как бы такой доход, это новичок. Следующая ступенька, это у нас консультант 6%, групповые баллы 450 баллов, у нас 28 новых консультантов этого уровня, и 3 человека, всего 3 человека получают доход. И вот, ребят, на самом деле, как бы это ваше упущение, неужели так сложно сделать 150 баллов? Ваша задача рассказать, как это делать, да, это себе, плюс как легко показать каталог. И вот мы поздравляем ребят, это Сабанцева Светлана, Ерохина Елена, Алина, Леникова Татьяна и Скопенко Владислав. Всего 4 человека. На самом деле, ну, как бы, ну, пожалуйста, расскажите, покажите, подскажите. Честно, когда мне, ну, сейчас, ну, я прозваниваю свои структуры, я рассказываю, как легко, и люди удивляются. Особенно, когда новые уровни. Я поздравляю человека, вот такой вот список высылаю, это ваша структура, это ваша команда. Люди удивляются, говорят, а что делать надо? У меня девочка так вот вышла на 9%, я выслала ей структуру, у нее там что-то около 50-70 человек. Она такая, Ира, она 8 каталогов не делала заказ. Она говорит, Ира, что правда, что мне делать надо? Она в тот же день разместила заказ и в тот же день подписала новичка, представляете? Подругу привела.
Поэтому то, что люди что-то не делают, это мы, значит, до них не достучались. Они же пришли в Oriflame, им же нужно было что-то, да? Из-за того, что они не размещают заказы, они, значит, не разобрались в продукции, либо что-то произошло, либо просто лень. Это наша задача. И вот у нас лучший новый менеджер 6%, это Ерохина Елена. За каталог 4 800, если считать за месяц, это более 7 000 рублей. А далее, следующая ступенька, у нас новый менеджер 9%, у нас 34 новых менеджера 9%, и 6 человек получают доход. И мы сейчас будем с девчонками знакомиться. Да, это Семенова Анна, это Гончарова Валентина, это Кузнецова Анастасия, Велена Ахметова, Надежда Витошкина, Лилия Кутузова и Альберт Шакиров. Это вот последний слайд, это седьмая моя команда, и хочу сказать, что никогда не делайте поспешных выводов. Мы, конечно же, все мечтаем, чтобы... Так, что-то произошло у меня. У меня сбой произошел, ребята. Сейчас я еще раз перезапущусь. Подождите. Сейчас перезапущу прямой эфир. Ребят, представляете, я не сохранила прямой эфир. Я пропустила тот момент, когда нужно было сохранить его. Ну, ничего страшного. Ну, нет и нет, если надо будет, мы сделаем запись прямого эфира. Ну, так вот. Никогда-никогда ни за кого не решайте. Когда вы просите, говорите: «Ой, я хочу, чтобы у меня пришел новый партнер», а он к вам приходит, когда он к вам стучится, не пропустите его. Примерно у меня так было с Альбертом. Мне очень часто много пишут ребят в Oriflame, да, они говорят: «А что нужно делать?» И я, честно говоря, я ребят часто стараюсь отдать кому-то, кто вот у меня, например, семейные пары работают, либо, ну, вот как-то вот, ну, что я могу, я расскажу там, как вот делать макияж, как ухаживать, а вот с мальчиками как-то вот мне вот, ну, тяжеловато. Это так же, как Альберт. Он несколько дней ко мне просился. Через несколько дней я написала, что нужно сделать. Он говорит: «Да я СММщик», так. Я: «Ой, сколько вас таких приходило, а по факту вы все пришли, ушли». Так вот, когда мы с ним разговорились, я его пригласила, а это все было накануне поездки какой-то, по-моему, на Пальма де Майорка. Вот, мы с ним разговаривали что-то раз, ну, как бы я говорю: «Свет», ну, у меня Светлана Казубенко, я говорю: «Свет, вот тебе на мальчика», вот, ну, вроде он СММщик, вроде что-то говорит, там бьет кулаком в грудь, что он крутой, ну, разберись с ним, потому что вот за многие годы я уже начала фильтровать людей, и я начала не верить людям, и людей я просто проверяю действиями. И представляете, он как начал фигачить регистрации, мы прям были в шоке. То есть он около 70, 60-70 человек пригласил за каталог, он никому не рассказывает, как он работает, он живет в Шанхае, нет, в Китае. Где же Токио? Не, ой, господи, где-то он живет. Нет, нет, не в Шанхае. Короче, он живет в каком-то мегаполисе в Китае, он работает там, у него основная работа. Плюс он пишет какие-то алгоритмы, какие-то что-то, он собирает контакты, он делает, отправляет все, и потом направляет все на команду. И вот вы видите девочек-героев, которые сейчас сопровождают эту команду, которые распределили между собой людей, новичков, они с ними созваниваются, они отрабатывают. Потому что, ребята, просто тупо набрать людей, это перепись населения, это паспортные данные, не все активируются, важно найти человеком контакты. И сейчас мы с вами вместе познакомимся. Я, честно говоря, я еще не знаю, что говорили девчонки. Это все новые менеджеры 9%, и мы услышим их истории. Я только рассказала про Альберта, потому что он не записал, и он выходит на связь один раз в день в сутки. Он пашет круглосуточно, ребята. Он хорошо зарабатывает на основной работе, он хочет сделать крутой остаточный доход в Oriflame. И вот именно, знаете, вот что работает вместе, работает команда, командный труд, когда каждый выполняет свою функцию, и тогда вместе мы получаем офигительные результаты. Так, я прям подряд ставлю выступление ребят. Так, Анастасия Кузнецова, давайте будем знакомиться с ребятами. Так. Как вам выступление, девчат?
Это очень круто. Мы сейчас, кто смотрит прямой эфир, почему мы стали делать записи? Потому что очень часто бывает такое, что глючит комната, что-то происходит не то. Поэтому вот у нас так все происходит. Так, сейчас я поставлю. Мы уже заканчиваем наш вебинар. Да, подведем итоги и мы выясним, кто же. Как вы думаете? Ах, все. Как вы думаете, да? Кто лучше? У нас два лучших менеджера. Я немножечко ошиблась. Я неправильно сказала там по доходам. Но у нас, получается, в команде Кристины Сологуба лучший новый менеджер. Это Гончарова Валентина, она выступала. Да, и по доходу лучший новый менеджер как раз-таки у нас Надюшка, кто выступал самый последний, Витошкина. И мне понравилось то, что она говорила, что в компании Oriflame прежде всего это философия. Это философия нести красоту в жизни, в массу. И самое главное, что женщина выглядит счастливой тем, чем она занимается. А занимается, ну вот, да, вот несет красоту, общение. Я не знаю, я безумно люблю Oriflame. А то, что делает компания, да, в результате того, что ты проделана работы, да, мне кажется, это каждый человек будет счастливым, такие роскошные банкеты, мероприятия. И следующая у нас ступенька, у нас это менеджер 12%. В 13-м каталоге у нас 27 новых менеджеров. И доход со структуры получает всего лишь 2 человечка, кто делает, размещает заказ на 150 баллов. Кто не доделает, я обязательно всем сейчас буду прозвоню, поздравляю. И вам хочу показать, да, это говорит Верочка из команды Елизавета Терентьева и Светочка Казубенко. Хочу сказать, что Света, она как только пришла в компанию Oriflame, она была гораздо больше, чем новичком, чем менеджером. Она реально тащит на себе всю структуру, сопровождает каждого партнера, новичка, с уровня новичка, проводит планерки. В 19 часов у нее каждый понедельник проходит планерки. То есть это мега крутой лидер. Сейчас мы с вами познакомимся с ней, да, она расскажет свою историю, и потом я кое-что поясню. Здесь у меня прямой эфир. Ну что, ребята, как вам наши новые партнеры? Вы чувствуете огонь? И какие профессионалы к нам пришли в команду, какие растут? Я, честно говоря, вот со многими, да, с девчонками, вот с менеджером 9%, да, то есть вживую увиделась, да, впервые посмотрела на них, думаю, все, нам срочно нужно назначить планерочку, потому что это крутые, очень крутые ребята, и вот я уже каждого из них вижу в звании директора, да. Света Казубенко для меня это человек, который может стать топ-лидером компании Oriflame. Вы чувствуете, это менеджер 9%, но у нее уже все по полочкам. Есть система обучения, есть система сопровождения. Она готовит, она взяла весь опыт, который был у меня, она пересмотрела все, и она делает свою систему. Понимаете как? Вот важно не то, какая система у спонсора, а важна та система, которая есть у тебя, у твоей команды. Когда ты берешь, дополняешь, миксуешь, улучшаешь, когда ты через себя пропускаешь, вот тогда будет результат. Когда ты берешь шаблоны и что-то гоняешь, это не то. А когда ты берешь ответственность сам, знаете, самое интересное, когда я начала общаться с новичками, Света мне сказала, ты что делаешь, не пиши моим новичкам, не надо. Все, говорит, потому что как-то еще получился, да, смешно, ряд. Я говорю, Света, ты что, мне запрещаешь общаться с этим? Пошутила, она так распереживалась, что типа я там... Я говорю, да нет, я подколола ее. Нет, на самом деле, вот это классно, когда сразу с уровней, там уже 9%, да, девочки 6%, но они распределили между собой, они общаются, то есть меня там нету, то есть я не должна быть как лидер. То есть фишка в чем? Сделал, научился какой-то работе, да, научился делать 150 баллов, научи своего партнера, научился размещать заказ, научи своего новичка, научился этому действию, научи своего новичка. И это классно, когда новички уже обучают других новичков. Вот это есть система. Система, где все четко, по полочкам, это очень круто. Ребята, я просто вдохновлена вами, восхищена вами. Я
ну, я был, вот, и я уже с нетерпением жду следующего каталога, потому что я знаю, что он будет чудесный, я знаю, что он будет волшебный. А у нас уже плюс 40% идет товарооборот по сравнению со вторым, с третьим днем, да, запуска каталогов. До встречи, хотела с вами попрощаться, до встречи, до завтра, потому что у нас завтра стартует новая система обучения, запуска новых партнеров, и во вторник мы уже продолжим, у нас будет, ну, мы вам потом еще скинем систему обучения по вебинарам и продумаем все это с лидерами, партнерами, потому что мы делаем апгрейд, мы что-то готовим вам новенькое, вкусненькое, самое крутое, самое успешное. Ребята, я вам желаю в этом каталоге как минимум прирасти на одну ступеньку по карьерной лестнице. Помните правила, посмотрите, что у вас было результат прошлого каталога. Если у вас было, например, 3000 баллов, ваша задача, чтобы по итогам текущей недели вы закрыли каталог. У вас закрытие каталога должно быть в воскресенье, это 1500 баллов. Если вы сделали 1800 бонус баллов, ваше закрытие каталога по итогам этой недели должно быть ровно половина, это 900 бонус баллов и так далее, да, сделайте этот результат, посчитайте по ключевым показателям, это по активности 70%, например, у вас 100 человек умножить на 70%, это 70 человек, разбили на 3 недельки, посчитали, да, сколько человек у вас должно разместить заказ, по рекрутингу и так далее, поставьте себе четкие планы, выполняйте и делайте каждую неделю закрытие каталога, а не в конце третьей недели, потому что мы сами прекрасно знаем, как можно пахать в последние дни. Сделайте результат сейчас. Да, это будет очень сложно, это будет невероятно сложно, не все будет получаться, но тогда вы скажете: я молодец, и я буду расти. Всем успехов, до новых встреч, увидимся с вами завтра.